Я сняла кожу с индюшиной ноги. Нога 1,5 килограмма. Ох, я повозилась. Из-за дурной головы руки страдают. Сейчас буду делать ветчину, сюда напихаю. Покажу вам. Хочу нафаршировать эту ножку. Сделать такую, как колбаску или как ветчину. Такая мне гигантская ножка попалась. Очень хорошо снимается, вот так подцепливаешь пальцем эту плевку. Где тяжеловато пальцем, там кожа, а именно вот это самая такая плевочка, или как она называется, не знаю. Я свою магазинную колбасу практически не покупаю. Никогда. А хочется какой-нибудь колбаски покласть на хлебушек и съесть с теплым чаем или с кофе. Вечером иногда. На дожор. Раз, как тут? Ты же придумала я. Ура! Опа! Целая почти. Одна маленькая дырочка. О. Я ас. Захотел, сделала. Сейчас буду с ней. Андрей, может, ты мне поможешь? Тут действительно одни жилы в этой ноге, как у страуса. Там
я даже не знаю, как ее выковыривать. Ну, вот так вот сидеть и выковыривать каждую жилку. Ну, свинину-то надо резать. И сало тоже? Да, все, делаем фарш такой на котлеты и потом сюда добавим немножко. Все, осталась вот такая на зеще. Вот столько плевок и мясо. Все, фарш мы перекрутили, добавили лук, мясо свинины и сало свинины добавили немножко, соль, приправы и яйцо. Сейчас я добавлю булку. Это булка сайка в молоке. Сильно не отжимая, будет вкуснее. Сейчас еще немножко сливок добавлю. Грамм 50. Сюда сливки хорошо пойдут. Вот такие сливки. Перемешиваю до однородности. И нужно отбить. Все, пускай постоит минут 30. Начиняем. Может, тут зашить? Фарша, конечно, еще и котлет нажарю. Осталось куча. Много очень фарша получилось с этой ножки. Ну, всякие добавки, свинины немножко. Так оно так и получилось, большая такая. Больше не буду. Достаточно. Сейчас зашью немножко.
Все. Я зашивать не буду. Я думаю, не повылазит. Или немножко зашить. Кожа такая толстая, что она не проткну. Ай, ну все. Все, я завернула в рукав для выпекания и поставлю только минут на 40, может на час буду смотреть на 200 градусов.